Итак, Как тебе играем? Е5. Почему я не могу пойти Да. Е5? Камбэк продолжается. Все, давай. Доска мала. Так, сейчас я Доска пойду. мала. Доска мала, но тут нужно сразу накинуть. Как играем? Два ноля. Это слишком банально. Жечь Пойди ноль. D5. Да стоп, зачем? Это тупость, Никит, понимаешь? Это тоже тупость. Ты выиграть хочешь? Нет, это камбэк. Это похоже на тупость. Я сейчас G5 пойду. Да вот я надо было сразу идти G5. Зачем ты за прямую? Он сейчас пойдет как D4, и мы получим мат. Нормально. Ой. Ну давай, собирай Гениально. реванш, реванш. Минус 137 пункт. Не страшно. Все, поехали. Ну это. Никита, это не камбэк, понимаешь? А, ты ждешь ошибки? Так, ну. Зачем ты отобрал у меня управление? Что ты отнимаешь его у меня. Ну это не камбэк получается, понимаешь? Хилькает получается. Амбэк. Херь какая-то. Когда я делал Г, Ну, у получается. нас лучше. Когда я делаю, получается веселее. Не отдам ни пяди родной земли. Давай чисто на предходе. Ну это я собирался за прямую, ведь, но он все видели, я думаю. Давай, только предход. Симпатично. Пока ничего выходит. Ну ты же понимаешь, что это редкостное говно, я не буду это выкладывать в группу. Почему? Хорошая партия. Предход сделан. Тупейший. Он что, знал, что ли? Ничего, без качества все. Не, ну кони такие шикарные. Эх, ничего. Где предход? Я не понял, где предход? Вот предход. Еще один. Ну, пока держимся. Предход. Зачем он дал тебе фигуру? Трудно сказать. О. Это было случайно. Сейчас пойдет король. А, никуда не пойдет королем, да. Предход. Нам нужен исключительно предход. Откуда ты знал? Это магия. Ей надо учиться годами. Все на предходе, давай. Интересно, у тебя будет 2.30 или меньше? Давай, поставь плат. Добавь 15 секунд человеку. Не захотел. Еще одна.